Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Приехал ко мне набор стамесок от Stanley 750 серии или Sweetheart. Набор из 4 штук. Значит, в комплекте, в общем-то, 4 стамески. 6 мм, 12, 18, 25. Вот такая вот скрутка из натуральной кожи. Значит, бумажка на русском языке есть, перевод отвратительный. Как бы, ну и каждая стамеска в таком целлофановом пакетике лежит. И на каждой вот такая вот пластиковая заглушка. Ну вот как выглядит эта поверхность, значит, задняя. Вот так вот выглядит кромка режущая. То есть их надо доводить. Но к этому я был готов, видел я ролики Роба Космана, как он из этой серии стамески доводит. Ручки тут вынимаются, можно переточить под свою, а можно, ну, как бы, вклеить вот эти вот, вбить на эпоксидку, посадить. Покрыты они, ну, как бы, защитным лаком, надо будет его смыть. Займусь я это, как бы, зимними вечерами, уже снимать не буду. Потому что показывал на бюджетном наборе, что, в общем-то, делать надо с новыми стамесками. Ну, а теперь коротенькая информация для минчан, или тех, кто бывает в Минске. Всего таких наборов привезли 2. Один вы видите перед собой, а второй, ну, как бы, мне предложили не отправлять свободную продажу, да, а продать по закупочной цене. Ну, кому-нибудь из зрителей моего канала. Значит, закупка этого набора обошлась в 1,5 миллиона рублей. Ну, или $136 по нынешнему курсу. Под роликом будет телефон, как бы, представителя Stanley в Минске. Можно ему набрать и, в общем-то, купить вот за 1,5 миллиона белорусских рублей. Вот такой вот себе наборчик. Ну, к Новому году как раз тут все совпало, звезды сошлись. Ну, наверное, на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.